обращение, около 150 человек, много переохлаждения, учитывая температуру погоды, много обращений в плане того, что все-таки люди проносят с собой пиротехнику, бросают в толпу, есть ожоги, ранения, вот такого плана. И несмотря на то, что запрещают все-таки проносить в стеклянной таре с собой вот, алкогольные напитки и все остальное, воду, все равно много порезов. Порезы — это в каких частей тела, в первую очередь? Ну, в драках есть, применяют. Даже драки есть? И пострадавшие в драках, да, есть? Был один инцидент. Ну, а есть какие-то такие совсем тяжелые случаи? Вот, ну, может, человека приходилось реанимировать в город куда-то? В этом году, слава богу, нет. Нет ни наркотических таких тяжелых отравлений, ни алкогольных, ни ожогов, ни отравлений. Потому что, ну, тот же погодный фактор, то, что достаточно мало людей, и учитывая холодную погоду, дожди, в этом году, конечно, людей раза в три меньше, чем обычно. То есть поспокойнее пока что, да, если сравнивать с прошлым годом? Да, значительно. Хорошо, спасибо большое, спасибо.